13 лет трагедии в Беслане, больше 1000 заложников и 335 погибших. В память о жертвах теракта сотни неравнодушных новосибирцев зажгли свечи на площади перед ГПНТБ. Тему продолжит Екатерина Киселева. Память будет светлой, будет вечной. 200 свечей. Из них школьники и студенты складывают слово «Беслан». Город в Северной Осетии, где 13 лет назад День знаний стал днем беды. В заложниках оказались больше 1000 человек. Я, как и все люди, хочу почтить память действительно об этом событии. Вот. Я считаю, что такие мероприятия нужны, чтобы люди не забывали, что нужна поддержка. Добрый всем. День. Вспоминают и погибших заложников, и тех, кто пытался их спасти. С 1 по 3 сентября в ходе штурма и освободительной операции погибли 10 сотрудников спецслужб. Наши бравые защитники, силовые структуры, военнослужащие и просто обычные люди, которые выполняют геройские подвиги, спасая наших близких, наших друзей и наш народ. Мы хотим рассказывать о них, мы хотим, чтобы молодежь знала своих героев и помнила. Потому что пока жива память о них, наше сознание будет бороться. Мы будем бороться за чистое небо, за мир в нашей семье, в нашем доме. В небо запускают 335 белоснежных шаров. Именно столько человек погибли 13 лет назад в Бесланской школе. Екатерина Киселева, Антон Мамаев. Новости ОТС.